Это ответ верный. Одно дело. Полушария, полушария головного мозга у мужчин работают попеременно. В связи с этим мужчина не в состоянии думать о нескольких вещах одновременно и тем более делать одновременно несколько дел. Болтать по телефону, помешивать суп, качать ребенка и подкрашивать ногти. Однако такая физиологическая особенность позволяет глубоко концентрироваться на каком-то одном деле. Мужики! Ебать, мужики! Хорошо. Мужики! Михаил, я как чувствовал, что не два, блядь. Так я же сразу ответил ебать, один. А если бы сказал ебать, ебать, вот был бы слив. Алло. Все, извини, все, я больше не говорю. Синди, уйди, пожалуйста. У нас тут... Так, да, занято, нахуй. Он просто, не, просто Джон Тайм позвал. Да поздно, поздно уже, блядь, да, пораньше бы. Ухожу, ухожу. Ты незаменима, поняла? Итак, пацаны, кто выбирает карту? Так, ну, кто не выбирал? Да, Макс, ты или Жожа там. Макс не выбирал, Жожа не выбирал. А, возьмите, я мужиков, я у нас ему не выбирал, да? Им, возьми, сейчас, ты давай. Жожа, выбирай, короче. Да. Не слушай. Да похуй, давай снизу, возьми снизу одну, похуй. Снизу одну, устроило это, всех, да. Я думаю. Блять, да. Что это за карта, нахуй? О. Это что лакрит... за хуйня? Лакрица, блять! Туда их. Итак, чуваки, это, блядь, пиздец, я об этой хуйне не знал, это карта с приколом, блядь. Значит, девушки должны сейчас... Письку показать, покажите, я показываю картинку, и что вы видите на ней? Это девушка, вопрос. Диана Райс, а, девушка? Вижу две лошади. Я женщина. Это типа иллюзия, две лошади и лицо женщины, это так надо отгадать? Итак, мне нужно, мне нужно ответ от одной. Лошади. Кто что увидел? Один ответ принимается от одного человека. Вован, срочно убери что? Карту. Срочно убери карту. Что? Убери карту. Че? Убрал? Убрал. Там внизу ответ написан. Да мы не там, да его не видно. Алло, там не написан ответ, там написано, что вы видите на этой картинке. Алло, ты чё? Выбрать лошадь или лицо, давайте. Через вебку там хуй разглядишь вот все эти. Так, поэтому, что вы, кто будет отвечать? Давай скип, давай по правилам старым. Там не видно нихуя. Там лошади. Хорошо, кто отвечает? Кто отвечает, потому что здесь, ну, как бы баллы расписаны. А почему девушки тогда должны отвечать, а не мы? В смысле, в зависимости от ответа баллы дают? Бля, давайте эту карту скипнем. Я типа не знал, что тут такая есть, блядь. А что там, что она дает на будущее? Ну, короче, она дает беспроигрышные баллы вообще. Что вы там увидели? Это просто, знаете, блядь, такая рафлан-карта, которая баллы поправляет, блядь. Ну, типа, хуета. Нормально, у них. Значит, мы можем все равно ответить и баллы. Ну, это бонус, блядь, это бонус. Давайте ответим. Да не, ну давайте ответим. Не, ну короче, мы либо скипаем эту карту, чуваки, либо мы ее оставляем. Давайте. Я не знал! Я, блядь, это не написано вообще, понял? Это в правилах не написано было. Ладно, давай скипай. Хорошо, скипаю, блядь, достаю. Откуда? А какую, блядь, я доставал? Откуда? Из черной, по-моему, да? Из черной, из черной. Бля, мне б не перепутать потом. Сука, я тебя еще ударю. Это вообще общий вопрос, бля, лол. Так, окей, блядь, сюда. Там все видели лицо, блядь, и вы такие. Последнюю также достаю. Женщины загадки, блядь. А, стоп, я, блядь, какую? Я из черной от колоды, да, доставал? Из черной, да. Так, последняя. Блядь, опять такая же, нахуй, ёб твою мать, блядь. Мы загадки, блядь. Блядь, ну достань снизу. Все, хорошо. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять? Может, повыше что-нибудь лучше? Три. Первый, не. Давайте два. Сука. Кто это говорит? Кто выбирает? Давайте второй. Ой, за нами повторяют. Два, два. Два, окей. Сука. Итак, вопрос. Третья улица строителей, дом 25, квартира 12. Откуда это? Это с фильма, это, блядь... Вов, ты ебанутый, слив личной информации, баном. Как это фильм называется? Какой, что это? Ирония судьбы. Ирония судьбы с этим паром. Это из фильма. Вы готовы отвечать? Да, да, да. Кто отвечает? Давайте я. Хорошо, ответ давай, слушаю. Ирония судьбы или с легким паром? Правильно, блядь. Ирония судьбы или с легким паром? Спасибо, мама. Петя Дара, Москва, спаленная пожаром француза Мадонна. Привет, маме. Ведь были люди боевые. Говорят, еще как мини. Ударом по Россия, про день Бородина.
Откуда достаю карту? Ты пизды. А, посередине, посередине. Нет, блядь, вы чё, баба, молчите, блядь. Да. Посередине, посередине. А мы уже сморально сломали. А мы за них решаем. Посередине. Хорошо. Достаю. Пацанам. Так, значит, тут три вопроса. Поэтому... А нет, нормально всё? Какой выбираете? Второй, мы не отклоняемся от курса. Стабильность наших... Второй. Бля, ебать. Что такое пуанты? О, я знаю, я знаю. Это девочкам на голову. Банты, пуанты. Им пуанты это такие, типа, как девочкам на 1 сентября большие бантики. Нет, нет, это с балетом связано. Это с балетом связано. А, пуанты, точно. Пуанты — это на ноги надевать, как балетки. Да, пуанты — это балет, это балетки только с нитками такими, пуанты. Да-да-да. С нитками, все, сосать женщины. Короче... Уебище. Обувь для балета. Так, кто отвечает? Я. Отвечает Джуджо. Так, слушаю. Это балетки для балета, они такие толстые, и у них еще ноги такие сильные. И они с нитками, они завязывают их. Правильно я понимаю, это обувь, да, ты говоришь? Да, это обувь, для... Для танцев. Короче, что такое пуанты? Ответ — женская обувь, которая используется для исполнения классического танца, блядь. Бам, бал. Я про это даже разъебано. А это считается, да? Да. Да. Мужики! А это мод для балета. Мужики! Мужики! Девочки, девочки, если я начну говорить женщины, вы будете меня ласкать? Итак. Я молчу, мне стыдно, блин. Чуваки, откуда достаю? Из широких штанин. Так, Михак вроде еще не убирал, да? Ну, давай вторую сверху. Так, достаю вторую. А, три вопроса. Какой выбираете, девчонки? Второй, наверное, тоже. Давайте второй. Хорошо. Второй. Франкенштейн. Кто это? Это... Герой. Это же зомби, которого... Это человек, который придумал этого монстра. Нет? Это человек, который придумал этого монстра. Мне казалось, наоборот, это зомбяк. Ты уверена? Ну, все, да. Франкенштейн. Почему Марина такая умная? Я не знаю, блин, она уже на какой вопрос отвечает. Хорошо, что она у нас есть. Реально, мы бы сосали сейчас. Мы можем просто улыбаться и украшать этот чат. Ну, получается, кто это был? Доктор, который создал? Это профессор или доктор все-таки? Как правильно? Нет, это чел, который... Это не... Нет, это не... Это чел, который просто придумал этого монстра. То есть в книгах, по-моему, он написал, это не доктор или никто, это же вымышленный персонаж. Автор. Ну все, теперь я готова отвечать. Так, все, отвечает Марина. Да. Франкенштейн, кто это? Это тот человек, который создал как раз-таки монстра, которого многие привыкли называть именно Франкенштейном. То есть это как... По-моему, писатель идет. Вот Виктором Франкенштейна звали молодого студента, ученого из Женевы, который создал монстра. Ответ засчитан, ответ правильный. Марина, гений! Какая умная, пипец. Ох, ебать, хорошо идете, блядь. Балдеж. Сейчас можно кричать Марина просто. Итак. Мы как группа поддержки Марины. Откуда доставать карту? Вова, какой предварительный счет у нас? У вас, короче... Ну, у вас набал больше. У вас пока что в силу того, что они ответили правильно, у вас одинаковое количество очков сейчас зависит от того, ответите вы или нет. Пацаны, у нас же меньше на одну очку, нет? Убираю, да, у вас меньше, но вы сейчас ответили еще дополнительную карту одну, типа вход ваш. Слушай, просто. А. Вова, короче, середина, верхняя и середина. Хорошо, середина, верхняя и середина. Устроило? А не мы разве выбираем? Не нижняя середина. Мы же, хорошо, да. Верхнюю середину, блядь. Да хорошо, а вы выбираете, извините, пожалуйста. Да, давайте. Сука, ну ты газел, блядь, ёбаный. Крыса. Давай самую нижнюю. Нижнюю, да. Нижнюю самую? Баду-баду-баду, блядь. Ой, чисто нижняя середина. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вопросов. Какой выбираете? Парни, не отклоняемся. Второй, второй. Двоечка. К какому семейству относится рис? Что? Рис? Риф? Че, блядь? Крупа.
Почему эти вопросы? А, тише, тише, рис. Крупы, это какие? Подожди. Риф или рис? Рис. К семейству Диана. Сейчас, подожди. К семейству... Это, мне кажется, это бобовые. Это бобовые, я считаю. Это не бобы, ты чё? Это бобовые, нет? Это крупа. Рис, это крупа, но там есть... Рис это либо... Злаки. Рис тоже чистят. Может, наверное, злаки. Наверное, злаки. Пусть это злаки будут. Готовы отвечать? Не, я подожди. А крупа может относиться, нет? Может и крупа. Так это крупа тогда. Нет, рисовое зерно же говорят. Я не знаю, зерновые, крупа, нет? Либо зерно, либо злак. Ну, говорят же, не говорят же рисовая крупа. Злак тогда, злак. Так злаки это есть зерно, не? Да. Эх, хуй его. Так получается, да, зерно, давайте, ладно, 6, 5, зерно или крупа, что 4, мы отвечаем? 4, злаки. 3, 2, 1, 0. Кто отвечает? Я. Давай. Зерно или злаки? Блять, это одно ответ, и то же? Ответ 1. Да, стой, дай подучить. Злаки, скажи злаки. Бля, давайте зерно, а не злаки. Ну, рисовое зерно и злаки это одно и то же. Нет, у вас это не у вас семейство. Нету больше. Короче, подумать. Злаковые, семейство злаковые. Я беру на это ответственность. Тихо. Злаки. Ответ злаки, правильно. Потому что мы лучше, чем вы. И вы должны запомнить это, блядь. Читерство какое-то. Так, у них же по 16 осталось, правильно, вопросов. А зерно и злаки это разное? Мужики. Или это часть злаков, или хуй его как? Это часть мамы. Ну вот, я думала, они проиграют. Да, по-моему, не 15, у меня записано 16. А вот 15, мы не надеемся, что вы проиграете. А мы надеемся, что мы выиграем. Это хорошо, главное. Пацаны, спасибо, что считаете, потому что пиздец, я тупой, блядь. Так. Значит, сейчас выбирают женщины. Не так, откуда? А, стоп, погоди. Мужчины выбирают. Бля, я путаюсь, пиздец. Давайте, кто выбирает из вас, мужики? Откуда тянуть? Тяни сверху. Середину и середине. Давай сверху просто дадим. Сверху, окей. Нет, сверху самый... Не-не-не. Короче, я уже прохавал, я уже нашел, блядь, огрехи в этой игре. Давай. Огрехи. Есть подозрение, что кто-то палит чат, да, суки? Стин. Из середины, нижняя середина, вот. Понюхай. Слышишь? Другую сторону. Теперь понюхай моё. Бабами пахнет, да? Густенько, блядь. Порожными злаками. Так. Нижняя середина и середина. Вот так нормально? Да. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вопросов, какой выбираете? Пятый. Первый. А мы выбираем? А, да. Ну, первый давайте. Первый. Сколько белых полосок на воротнике матроса российского флота? Марина, давай, ты знаешь. Я знаю. Марина. Они вообще есть там? Россия! Матросы! Это просто вопрос. А вот это опасно рядом с парнем говорить. У матроса есть воротник? Матрос, да, белый, да. Вроде так. Почему нет, там есть простые вопросы? Может, рот закройте, не мешайте нам. Мы думаем. Вот это, но там нету полосок, нет? Одна большая. Одна, это может. А у большого матроса что в штанах? Не отвлекайте нас, мы думаем. Или у нас мыслительный процесс. Девочки. 15 секунд, еще раз. Сколько белых полосок на воротнике матроса российского флота? Максим, закройся, пожалуйста. Да. Три. Да, что-то еще один раз, что ли? У меня сейчас голова. Нет, точно не три. Я думаю, одна или две. Я не знаю, либо еще одна. Я тоже думаю, одна либо две. Ну и какая? Сколько? Все. Ну две я ни разу не взяла. Жду ответ. Я вообще ни разу. Кто отвечает? Каечка. Одна. Это не верный вопрос. Ответ, вернее, потому что ответ три. Три? Да. А они же сказали три, нет? Но ответ-то перекинули на Гайку, поэтому неверно. Да. Гайка, советую тебе лучше не говорить вообще. Это реально три. Здесь думать надо, понимаете? Блин, это так легко было, блядь.